Итак, дорогие друзья, представляю вам второго участника финала нашего чемпионата Никита Голубчиков, город Челябинск. Ну что ж, добрый день вновь, дорогие друзья, любители мастера банного дела. Не представляете себе, как я рад вас всех здесь видеть сегодня. Что я сегодня буду делать? Я сегодня вам расскажу историю. История очень личная, в некотором роде интимная. История сокровенная. Это история любви. В этой истории два действующих лица. Это молодой парень, у которого главная его особенность то, что он может любить. Любить искренне и бесповоротно. И история девушки. Девушки, которая танцует балет, которая очень красивая, очень хорошая, в которой этот парень, как вы догадались, влюблён просто до безумия. И покажу историю развития их отношений. От того, как он с ней знакомился, как она к нему привыкала, до того, как он ее добивался, и они уже любили друг друга. Парень поведет эту девушку к себе домой. Дом, конечно же, это баня, как у настоящего хозяина. И, собственно, там я ее буду даже не парить. Я ее там постараюсь именно любить. Так, как умею, так, как уж получится, не обессудьте. Видеорегистратор включили? Прошу свет сразу погасить. Я знаю адрес сайта. Свет! При свете стесняйся. Давай до конца.
Женщины все такие. У нас такая, у нас особенная. Всегда придется их ждать. И домой. Называется монтаж. Джонни, сделай мне монтаж. Хорошо, а знаешь, что дело в технике выключателя не стало? Мы дальше знаем. Есть вариант.
почему женщины не хлопают? Хлопают? Мы же похлопали! Не хотим срывать. Ты бояет? До окончания выступления остается 5 минут. Ваша мысль, впечатляющая в разных черном мозгу, выживший в ответ на своей гушетке, чтобы дразнить в огромное сердце, то с ним сделали на хайне. В моей душе ни одного сюда вопроса. Старческая нервность нет. Мир, огромный ваших голос. Иду красивый, 22 лет. Нежный. Вы любовь на скрипке ложите. 2 минуты. Любовь налетала на лошадь в грудь. А себя как я. Вы вновь. Вы трогаете с вашими грудами. Приходите учиться. Из гостиной. Чинная чиновница английской лиги. И которая губы спокойно перелистывает. Как кухарь на странице правильной книги. Хотите? Буду от мяса вешенный. И как небо меняет она, хотите? Буду безукоризненно и нежный. Не мужчина, а образ, что она. Не верю, что есть цветочная ница. Вновь опять слова сводятся. Мужчины, заложенные в больнице. Женщины, из перелета пословица. Не переживай.
Время выступления вышло. Браво! Браво! Дорогие друзья, Никита Голубчиков! Город Челябинск, человек, который нам рассказал настоящую любовную историю и который объяснил, по крайней мере, мне точно, откуда же берется у девушек выражение «почему ты даешь мне этот веник». Ну что ж, теперь самое время, наверное, спросить возлюбленные балерины, какие были ощущения, не пожалела, что приняла подарок? Вот так, она лучше здесь в танце. Никита Глушик, дорогие друзья, еще раз аплодисменты.